Компания Art Fashion представляет совместный показ бренда Болеро и салона To Be Bright. Лица показа: Амалия Пешкова и Анна Манит. Todo el mundo va a la mirada.
небо, я верну его с рассветом. Подари себя, как будто раз и навсегда. До безумия, до шока, обжигая нервы током, разбивая целый мир на части, на счастье. Меня напрасно, даже если нечем будет времени платить. И в любую непогоду сразу станет небо ясным, засияют звезды, словно искры, так близко. Что пишет каждый в 19 лет.
Что пишет каждый в 19 лет. В каждой строчке только точки после буквы «Л». Ты поймешь, конечно, все, что я сказать хотел. Но тает снег, весло всегда. Быть может, мне скажешь «да», быть может «нет», ты скажешь «да». Слушайте, так можно и слова забыть. Столько красоты. По ночам один и тот же сон. Зима и станции, метро, полупустой вагон. Она садится в уголок и достает роман, словно прячется в книжный туман. На миг подняв глаза, она увидит блеск огней, и он сидит напротив, молча улыбаясь ей. Она беспечно улыбается ему в ответ, только сердце опять шепчет «нет». Ну зачем это ей, ну зачем? Без того в жизни столько проблем. И пускай лучше сердце не занято будет никем. Зачем все ушло навсегда? Ну зачем? Ну зачем? Он выйдет где-то по пути из темноты на свет. Она останется и даже не посмотрит вслед. Она уже такая взрослая для глупых слез, и не может быть это всерьез. Ну зачем это ей? Ну зачем? В жизни столько проблем, и пускай лучше сердце не занято будет никем. Но летят словно птицы года, и не встретится им никогда. Ну зачем все ушло навсегда? Ну зачем? Ну зачем? Ей не объяснит никто. Так много в жизни было встреч, да только все не то. Она сейчас лишь поняла, увидев тот же сон, что, наверное, это был он. Был он. Ну зачем это ей? Ну зачем? Без того в жизни столько проблем. Пускай лучше сердце не занято будет никем.
Ну зачем все ушло навсегда? Ну зачем? Ну зачем? Ну зачем все ушло навсегда? Ну зачем? Ну зачем? Ну зачем? Спасибо огромное, друзья. Нам очень приятно сегодня было здесь выступать. Знаете, на самом деле очень сложно, мы чуть не забыли слова, потому что очень красивые девушки. Аплодисменты им этой коллекции. С вами была группа «Премьер-министр». Спасибо! Вот что надо снимать!